для размещения населения, эвакуируемого с территории, прилегающей к реке Богатая, развернут пункт временного размещения по адресу Успенского, 19, в средней школе номер 12. Доставка к пункту временного размещения также будет осуществляться бесплатными муниципальными автобусами от средней школы номер 44. В пункте временного размещения имеются кровати, имеется возможность зарядки телефонов, подогрева пищи, приема чая. Есть спальные принадлежности и одноразовая посуда. Школа номер 12 располагается рядом с железнодорожным переездом Океанская, станция Океанская.